Считанные дни остаются до конца февраля, однако зима не собирается сдавать свои позиции. Более того, совсем скоро в Тверскую область придут арктические холода. Сколько градусов ниже нуля покажут столбики термометров и как долго будут стоять сильные морозы, вы узнаете из материала нашей съемочной группы. Нынешний февраль был вполне мягким, отмечают в Тверском гидрометцентре. Однако напоследок зима все-таки решила о себе напомнить. Уже в ночь на вторник в регион начнет поступать ледяной воздух из Арктики, и температура воздуха упадет. Правда, здесь надо учитывать размеры Верхневолжья. Наша территория области очень интересно расположена. С северо-востока на юго-запад растянута. Вот на большей части территории будет 15-20, а вот юго-запад, Торопецкий, Бельский районы, Нелидовский, там они останутся еще в относительном тепле 8-13 градусов. Солнечная погода ситуацию не спасет. Поэтому в первые дни предстоящих праздников морозы продолжат усиливаться. В итоге в утренние часы в ряде муниципалитетов будет до 25 градусов ниже нуля. Таким образом, впервые за февраль температура воздуха окажется ниже нормы где-то на 5 градусов. Однако в конце недели нас снова ждут температурные качели. 25-26 нас очередной скачок ждет изменения погоды в сторону повышения температуры практически до 0 градусов. И пойдет опять осадки, и довольно-таки приличный снег должен выпасть опять у нас 26 февраля. При этом едва ли стоит говорить о том, что это будет последний аккорд уходящей зимы. Она еще поморозит нас как минимум и в первой декаде марта. Так что и 23 февраля, и на 8 марта всем нам, судя по всему, придется гулять по улице, основательно утеплившись.